21 марта отмечается Всемирный день поэзии, но муза, покровительница вдохновенного жанра, теперь нередко гостья при создании рэперских речитативов. На этой неделе мы побывали в гостях у группы Street Unit. Подробности в материале нашего корреспондента. Свежий снег в окне и солнце не греет. Чувство, что я ничего не имею. Пустота, холод, просто как повод. Я глупый, наверное, это лучший довод. Они читают о том, что видят, и так, как они видят. Эта честность по отношению к своим слушателям позволила рэпу стать одним из самых популярных направлений молодежной культуры, а его последователям снискало уважение ровесников. Однако, предлагая громкие темы к обсуждению, основатели Street Unit признаются, стараются не ради славы. Когда ходишь по родному городу и видишь, что такая ситуация творится, естественно, хочется это в чем-то выразиться. В данном случае это текста, запись. Ну и помимо еще всякие вообще, ну как бы различные темы, что придумаем, то пишем. Но в основном, да, вот злоупотребление, молодежь. А так усмотреть веселенькое такое, на позитиве молодежное. Ребята познакомились несколько лет назад. Общие интересы в музыке стали прочной основой для крепкой дружбы и совместного изучения аудиопрограмм. За год собрали домашнюю мини-студию, одновременно оттачивая мастерство слова. Ну, трек зарождается на тему. Звонит либо я Леве, либо Лева мне. Говорит: Саня, идея отличная, давай. Дает мне тему, дает мне написанный свой текст, допустим, какой-то. Я уже по смыслу его нового текста начинаю сочинять что-то свое, ну, на эту же тему, раскрывать эту тему. Ну, соответственно, потом самый долгий у нас припев, получается. Мы их очень долго думаем. Ну, естественно, в основном, чаще всего, мы пишем сначала минус. С темами для творчества проблем не возникает, признаются ребята. Достаточно оглянуться вокруг. И все-таки основное направление для себя выбрали остро-социальное. И даже если кому-то их рифмы покажутся простыми, а слова второсортными, смысл прочитанного остается главным фактором, ради чего Street Unit регулярно выходит своим слушателям. Неоднократно выступали уже, сколько видеозаписей, в «Галактике» видеозаписи есть, тоже выступали. Да и просто на мероприятиях вообще. На мероприятиях, да, видео, говорят, когда смотрят, говорят, да молодцы. Один раз у меня мать была, праздник-то тогда был, День молодежи, да? На улице, в парке выступали. Да, вот, лично мать присутствовала, она редко, конечно, бывает, но первый раз она была. Ей понравилось, она в шоке была. Планы и амбиции ребята пока держат в секрете. Репетируют готовые треки, пишут новый материал, снимают видеоклипы на актуальные темы и выкладывают их на YouTube, собирая по несколько тысяч просмотров по всей России. Будьте внимательны, зрители, будьте бдительны. Какое здоровье, о чем тут говорить? Если каждый второй подросток пьет и будет пить, куда смотрят родители? На этом наш выпуск завершен.